Друзья, насущный вопрос, о котором пойдет речь сейчас, должен, ну, во всяком случае, решаться не мною. Ну, кто я? Я никто. Я уже старый дедушка, который бы хотел бы действительно назваться христианином, но у меня не поворачивается язык. И только вижу вот за 30 лет церкви, что устоялась уже традиция в церкви подавать на заупокойные службы и вообще напоминание о здравии, заупокой, горы записок с многочисленными именами. И мне самому раньше казалось, что я делаю доброе дело, указывая как можно больше имен в них, в этих записках, тем самым, думаю, помогая и своей душе, и душам, имена которых указал в записках. Мне раньше и не приходилось размышлять о том, что надо учиться молиться сначала, как святитель Игнатий Брянчанинов нас учит. Учиться молиться надо. А мы думаем, что мы все так умеем это делать. Но вот когда постоянно слышишь от батюшек: «Братья и сестры, молитесь, молитесь!» Как будто так просто это делать. И настолько привыкли мы все к этому деланию, что никто и не отдает отчета в том, что это самое тяжелое и ответственное делание на земле. Ох, если бы только мы научились молиться, как могла бы наша жизнь измениться в лучшую сторону? Но мне кажется, что все наши беды и происходят только лишь из-за того, что мы не молимся, не умеем и не учимся молиться. В лучшем случае мы молимся тогда, когда у нас кто-то заболел. Или сами заболели. Ой, Господи, помоги вылечить. Ну, я пример, первый я это налицо. Господи, помоги мне это, сердце, ноги. Или чего-то недостающее у нас просить у Бога. Это мы знаем. А чтобы увидеть себе гнилье в душе и просить об исцелении страсти или какого-то душевного недуга, мало у кого созревает мысль. Часто случается, что вот соседи, которые никогда не ходят в храм, скорее по лености и по привычке не ходить туда, ко дню родительских служб пишут записки, это они знают, ну, тоже понаслышке от кого-то, что сегодня или завтра будет родительская служба. И отдают родственникам эти записки, прося их отдать на поминовение в храм. Вот вы знаете, грех на себя беру. Я почти уверен, что если люди верующие и по причине телесного недомогания просят нас это сделать, это одно. Это одно. Мы как бы берем на себя эту миссию из-за того, что они не могут, они бы хотели, но не могут, нас просят, зная, что они молятся дома. Если же нам отдают записки, мы соглашаемся, зная о том, что эти люди не ходят вообще в храм и не ходили, и не ведут никакой церковной жизни, пусть они даже хорошие, там, добрые, то 100%, если они не хотят молиться, кто же в храме будет молиться-то? Никто не будет. В лучшем случае только перечислят имена и все. Такой смех. И это мы называем молитвой. Раньше, приходя в Троицкую Сергию Лавру, был свидетелем, как из алтаря выносили тетради и давали читать имена первым попавшим прихожанам. До сих пор и это делают во многих храмах. В то время, когда клирос должен петь «Господи, помилуй», священники дают им читать пачки записок, где там сотни имен, где они вместе читаются священником имена. А в это же время действительно клирос должен петь «Господи, помилуй», вот тогда будет настоящая молитва. А я замечал, а то 15 минут, 20, одни только имена: Марию, 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 Александра, Александра, там Николай, Николай, Николай. Это что такое? Я раньше, пока не услышал голос профессора Осипова Алексея Ильича, тоже думал, что это молитва. Теперь точно знаю, что это праздная болтовня, никому не нужная. Пусть на меня обижаются и батюшки, и все, кто не согласен со мной, пусть.
Поэтому я сейчас и предложу вашему вниманию ролик минут на 15, где профессор Осипов резко осуждает такие введения практику. Это болтовня и трещание, а не молитва. Когда священник молится в алтаре за всех, в это время каждый, кто подал записки за своих или за здравие, или за упокой, про себя пусть молится так: упокой, Господи, всех, кого я написал в записке. И там своих же всех мы знаем, кого подали. Там упокой, Господи, Николай, упокой, Господи, того-то, упокой, Господи, того-то, упокой, Господи, того-то. Правильно же ведь? Или о здравии: спаси, Господи, помилуй раба твою такого, спаси, Господи, помилуй раба твою такого. Нам что, трудно перечислить там 10-20 имен, а у батюшки их десятки тысяч? Это невозможно. Он все не может прочитать. Это что, молитва? Понимаете? А стоять, мечтать, думать о своем и ждать знакомое имя от батюшки, которые написали ему записки, чтобы услышать произнесенное имя наше знакомое, это смешно и грешно. Вот поэтому давайте послушаем лучше профессора. Ну здорово, лучше его никто не скажет. Там много священников сидели, я так посмотрел, ну где-то около 30-40 священников сидят и слушают. Это прежде всего им надо, они должны учить нас это делать. А у нас в какой храм не придешь, и начинается треск. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Николай, Николай, Николай. И сидим, у нас уковыряем, ставим простить. Это все не то. Простите меня, вот сейчас послушаем. Громадная опасность во все времена. И сейчас, естественно, тоже. Опасность в чем? Стоим перед священством и жречеством. Итак, кто кого в этот раз победит? Где? В сердце, в душе, в уме. Даже в уме. Почему приходится об этом говорить? Потому что святые отцы много об этом пишут. Предупреждают. Если хотите, прямо кричат даже. Взывают. Что делать? Феофан Затворник пишет. Пишет в одном... В одном из обращений кому-то прямо пишет, что можно, как он выражается, протрещать молебен, панихиду, литургию, протрещать. А кто же молится, спрашивает он. Он это пишет в связи с тем, что является прям насущным предметом церковной нашей жизни. Люди обращаются, пишут записочки, подают напоминания на проскомидию. И он пишет: ну, если вы сами, которые подаете, которые просите священника помолиться, не помолитесь, то не надейтесь. И он даже объясняет, что у священника действительно столько всего. Так часто происходят сами эти молитвенные чины совершаются. Это богослужение, что ему уже некогда даже, он говорит, и обратиться. Да и потом учтите его слово. Да когда же ему наболеться о всех? Когда же ему наболеться? Вы знаете, когда вдруг человека убивают, все идут, смотрят, сжимаются в ужасе. Лежит мертвый человек. Не правда ли? Какое производит впечатление? Ясно. А когда на войне валяются сотни и тысячи, уже человек перешагивает через них. Есть в нашей природе свойство такое, которое мы называем часто привыканием. Такое же имеет место и в нашей христианской жизни, и в нашей церковной, и в нашей священнической жизни. Может наступить такое состояние, когда начинаем перешагивать, и сердце не дрогнет, и внимания даже не обратим на что.
что, оказывается, надо молиться, а не вычитывать соответствующие слова. Оказывается, молиться надо. Боже мой! Святитель Игнатий Брянчанинов очень настойчиво пишет, настойчиво призывает, посвящает этому множество страниц и слов. И чему? Вы подумайте только, чему? Сначала просто звучит, как что-то странное даже и непонятное. Надо учиться молиться. Учиться молиться. Возлюбленные братья и сестры, молитесь. Молитесь? Как? Как? Что? Говорим о такой вещи, как будто всем это известно. Да ничего, оказывается, неизвестно. А оказывается, нет. Страшная болезнь, поражающая наши души и поражающая саму церковь, само христианство. Привычка уже не молиться, а совершать обряд молитвы. Ужасная вещь. Так считаются молитвы. Утренние, вечерние. Служатся панихиды. Иногда приходится наблюдать. Стоишь и прям не можешь. Батюшка прям как, знаете, как робот уже читает это. Прям как робот панихиду служит. Ну, прям иногда ощущается. В душу не заглянешь, кажется. Но иногда это прямо очевидно. Его нет. Он там решает какую-то другую проблему. Там крышу, дырку надо заделать в храме, крыши. Ну, и панихиду на это время. Привыкли полностью не молиться. И вот он призывает святителя Игнатия. Надо учиться молиться. Учиться. Самое поразительное. Кажется, кому говорит? Многие же с детства воспитаны в этой христианской атмосфере, в богослужении, в чтении молитв. И вдруг к ним обращается. Когда же вы начнете учиться-то молиться? Отче наш, иже в созвездии раков уже. Уже улетели. Одно-два слова, и уже молитвы нет. Ой, как он пишет строго, как решительно пишет. Молитва без внимания – это не молитва. Молитва без внимания – это оскорбление Бога. Даже такие выражения. Это оскорбление Бога. Ну, еще бы. Еще бы. Сейчас вам говорит кто-то, а вы взяли все и повернулись туда, задом говорящему и между собой. Ту-ту-ту-ту-ту, все. А ты говори тут, профессор, что хочешь. Мели и мели твоя неделя. Как он был бы рад, просто ну невозможно. Да? Попробуйте с начальником с каким-нибудь поговорить. Даже с начальником и то говорим. С самим Богом. Где внимание? Где? Святитель Игнатий говорит. Истинной молитвой можно назвать только ту молитву. Истинной, то есть правильной. Которая действительно может оказать соответствующее действие. Только то, что совершается с вниманием, благоговением, а не просто так. Отче наш, сам лопату тут одевают, еще что-нибудь, кадило, все. Какое там, ну это ж, Господи, обычное. Да, с благоговением и покаянием. Покаяние – это уже чувство смирения, без которого никакая молитва не может даже сказать страшно, дойти до Бога. Где там до Бога? Просто он не является молитвой, и все. Поэтому он и говорит, надо учиться молиться. Кто это учится, интересно? Ой, найти бы человека, посмотреть, который начал учиться, именно учиться. Учиться начал. Не молиться, мы сразу уже на 101 этаж взлетели, небоскреба, не зная даже первого этажа. Молиться.
Да, молятся, когда заболела печенка или селезенка. Или когда еще чем тут человек молится, все уже, весь. Да. Но не о грехах. Не о грехах же молиться, правда же? О грехах. Ну, грехи у всех есть, чего там об этом говорить. Вы видите, о чем говорит. Причем он это говорит же не просто так, сами понимаете, что без того, чтобы учиться молиться, нет ни христианина, ни священника. Ни священника. Роботом стать нетрудно. Вот это вот явление уже касается нашей внутренней, церковной и священнической жизни, нашей духовной жизни. Кстати, вот хотел бы привести такой один пример, практический, который, может быть, что-то из этого примера, может быть, что-то и даже возьмут. Поминальная суббота, родительская. Собирается обычно очень много людей. Подают множество записок. Корзины целые. Иногда в какой храм зайдешь, там несколько священников, и слышишь из алтаря, это 3-4 священника. Тут имена перечисляют. Какому же Богу? Что случилось? Ах, так это буддийский? Нет, это не буддийский. А, язычников каких-нибудь? Нет, христианский. Что такое? Что случилось? Какому Богу? А что же делать? А что делать? Люди подали поминание. Кто 100 напишет имен, кто 50, что же делать? Что по-христиански делать? Чтобы действительно была молитва, а не это, прости Господи, болтовня, перечисление имен, которые никому не нужны, кроме только стоит так, когда ж там моя девица Анна-то прозвучит. А этой девице Анне, окажется, уже 90 лет, да никто замуж не взял, вот девица и осталась. Но что делать, померла, поминать надо. И все, только вот такое ухо. Ведь предлагают же, дают же совет, такой реальный, разумный, дающий очень много. Выходит батюшка, говорит, видите корзину? Видите? Сейчас будем читать до вечера. Никому не сметь выходить из храма. Давайте, дорогие, учтите, что если вы сами, просящие молитв об этих людях, не будете молиться сами, извините, бесплодными окажутся ваши эти записки. Только совместная наша молитва, ваша и наша, священника, может быть действенной. Каким образом? Вы все, кто написал эти все имена, вот сейчас, 2, 3, 4 минуты, молитесь о них. Слышите? Молитесь о тех, кого вы написали. Что вы мне? А я буду молиться о всех, кого вы вот подали, и о ком просите. Я буду молиться о всех. Слышите, братья и сестры? Я молиться буду. А не перечислять эти имена. Вы по именам поминайте тех, кого подали. Что произойдет? Представляете? Небывалое явление в православном богослужении. Молятся и все люди, и молится батюшка. Но это уже слишком, конечно.
Это что же такое? Это прям ересь какая-то. Чтоб все молились. О здравии или за упокой. Разве трудно это сделать? Я помню однажды, когда сказал, тут же мне вопрос, Алексей Ильич, вы говорите, о поминании все-таки, на что же церковь будет жить? Я говорю, успокойтесь, пожалуйста. Поминания пусть подают поминания, пусть они лежат у вас в этой корзине огромной. Попросите только всех молиться о том, кого вы подали. Они просто подали, молись, батюшка, а мне-то что? Я руб положил. Купили Бога. Как было бы здорово. Представляете, вот это практическая ситуация такая, с которой мы постоянно сталкиваемся. Неужели это трудно сделать? Ну, вы думаете, что народ не поймет? Как же поймет? Молитесь, кто, если не будет молиться, а тех, кого вы подали сами, учтите, не дойдет эта молитва до Бога. Итак, начинаем. Молитесь. Вот, все, можете шептать. Можете говорить вслух, как хотите, своих, кого вы написали. Я молюсь о всех. Наступает тишина в течение 2, 3, 5 минут. Хор может спокойно там петь со святыми упокой. И все молятся. Ой, да что такое? Это просто привожу такой, ну, практический пример, как можно исказить молитву и как можно ее все-таки осуществлять, эту молитву. Как можно превратить молитву в какую-то форму, пустушку, мыльный пузырь, не доходящий ни до Бога, ни до сердец человеческих, а можно превратить в хлеб насущный, который действительно будет питать и тех, которые подают эти поминания, и тех, о ком действительно мы молимся.